Ну, в принципе, в этом нет ничего дурного, если это не, понимаете, если это не превращается в какую-то. То есть все доведенное до идиотизма, в принципе, если кто-то следит за нравственностью, чего там плохого? Я не вижу, что касается там проституции, но я не думаю, что я не сторонник легализации. Хотя там, ну, все равно она есть. Да, она все равно есть, но это, знаете, и убийство все равно есть. Но это же не значит, что это надо легализовать, понимаете? Это не повод, но... Ну, я не очень понимаю, что вот тут в этом вопросе. Как полиция нравов, что это такое, я не знаю. Я не очень понимаю. Я думаю, что, конечно, надо воспитывать и нравственность. И... Но это воспитание в школах. Прежде всего, надо начинать с детей воспитывать. Надо начинать с этого. А так, в общем, я не очень представляю, что какие-то будут люди ходить и говорить, что... Плохо там пить пиво там с утра. Не знаю. Я не могу сказать, что я тут задумываюсь над этим вопросом.